ты извинишь меня, что я тебя прерываю? Вот. Ну, что я могу сказать, что ты вообще большая молодец, конечно, что ты играешь сложнейший концерт, сложнейший для своего возраста. Ты мне скажешь, какие-то другие концерты ты играла перед этим? Помнишь, какие-то концерты? Играла какие-нибудь концерты перед этим? Не помнишь? Рединга ты помнишь? Ты играла Рединга концерт? Играла. Играла первую часть, наверное, играла третью часть, да? Да, вот эти играла. Зайца концерты ты играла? Ну что ж ты сказала? А вот я хочу у тебя спросить, у тебя разница какая, вот если мы возьмем вот этот концерт и те концерты? Вот в чем разница у тебя? Вот какие-то перед тобой стояли какие-то новые задачи, или ты считаешь, что это примерно в том же ключе концерт? Или вот, вот у тебя есть такое вот какое-то впечатление о том, что вот чем отличается этот концерт от предыдущих? Поярче. Я не слышала. Красивее. Красивее? Зайцы не очень красивые, да, концерты? Красивый, но этот красивый. Но этот красивый. Прелесть такая. Ну, замечательно. Правильно. Вообще мысль очень хорошая. Но я бы сказала тебе вот что, что этот концерт, он более сложным в плане как просто размеров. Вот для того, чтобы играть такой концерт, нужно иметь вот такой хороший интеллект, как у тебя. У тебя очень хороший интеллект, очень умная девочка. И это очень слышно. Все, что ты делаешь, очень осмысленно, все очень грамотно, все очень... Ничего не могу. В этом плане ничего не могу предъявить и педагогу, и тебе. Все замечательно. Но, как всегда, как говорится, совершенству нет предела, да? То есть если ты... Какой смысл того, что я пришла? Ты вообще волновалась сегодня или нет? Ты не волновалась. Мне надо у тебя учиться. А я страшно волновалась. Перед встречей с тобой я страшно волновалась. Нервничала, ночь не спала практически. Потому что, понимаешь, это какая-то вот... Возможно, потому что я прихожу в ту школу, в которой я сама училась. Я же здесь тоже училась, как и ты. И так это волнительно, вот эти вот... Как будто не было этих 50-60 лет. Понимаешь, как это волнительно? Вот. Значит, я могу, собственно говоря, какой выработать... То есть я могу говорить только то, что нам не хватает. Значит, я бы начала, как я всегда, независимо от того, в каком ты возрасте, или ты, кто-то, я прежде всего, конечно, обращаю внимание на состояние тела. Это самое главное. Я тебе объясню, почему. Вот ты начала концерт. Очень хорошо, очень сосредоточено, все играем грамотно. Начинается технический кусочек, ты его играешь, все, молодец. Уже второй кусочек технический, триольный эпизод, да, уже начинаются какие-то. То есть у тебя уже даже твой интеллект тебе не помогает, значит, есть какие-то проблемы. Ты начинаешь ошибаться, там что-то такое, да, какие-то остановки, ты начинаешь нервничать. А может быть, вот если подумать, может быть, есть причина, по которой это происходит. То есть, понимаешь, о чем я говорю, да? Вот. Поэтому вот, я бы обратила внимание, что вот общее состояние тела, ты стоишь, играешь, ну, практически только головой и руками вот так. Вот так. У тебя здесь все зажато, девочка. Вот, понимаешь меня? Значит, ты должна, когда ты будешь дома заниматься, ты обрати на это внимание, ладно? Чтобы у тебя работают вот только вот эти вот части, вот плечики у тебя сажают. Я понимаю, что в твоем возрасте это скучно, в твоем возрасте, когда вот, ну все, ты правильно делаешь, все грамотно, все культурно, ритм, все хорошо. Вот эта сторона немножко нужно начинать продумывать эти вещи. Значит, в связи с этим встает вопрос, как ты распределяешь вообще нагрузку, то, что ты играешь. Вот ты начинаешь сначала играть вроде правильно, верхний, потом ты постепенно попадаешь в ту часть смычка, где это совершенно невозможно сделать, потому что ты подключаешь крупную часть руки там, где у тебя мелкие движения влево. И совершенно естественно, что координационно это никак не может совпасть. Значит, надо находить какие-то движения, какие ты знаешь, части руки, мелкие и какие крупные, можно мне объяснить? Пальчики, кисть. Видишь, ты все знаешь. Значит, надо использовать. Если у тебя здесь работают пальчики, да?
Кстати, я посмотрела в ноты, я тоже всегда играла та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но проработав уже всю жизнь, там все-таки открытая струна должна быть по логике вещей. Та-та-ра. Это неудобно, потому что это такое движение, сразу начинаешь только этот переход, и сразу неудобно. Тем не менее, по логике голосоведения там все должно быть на струне ми. Но это совершенно вы не должны. В этом возрасте есть допуски, конечно. Вот. Так вот, когда ты говоришь та-та-та-та-та-та-та, и вдруг у тебя начинает подключаться плечо. И они друг друга не понимают. Даже, понимаешь, не понимают просто друг друга. И ты начинаешь стараться, ты начинаешь нервничать. Вот это вот та сторона, которая у меня. Это первое. Вот это я бы... Сейчас мы посмотрим, конечно, попробуем. Я тебя пошевелю, когда ты будешь играть. Чтобы ты дома немножечко вот в этом плане поработала. Да? Второй момент. Но все-таки ты сама сказала, что этот концерт гораздо более красивый, чем то, что ты играла до этого. Я не совсем согласна, потому что там тоже есть что поиграть. Более того, там более разнообразная даже техника. Там есть двойные ноты, в зайцы попадают, смотри, какой, конечно, там два. Но, тем не менее, там довольно быстро меняется. Здесь довольно длительное построение одного и того же техники. Но я согласна, он очень эмоционально должен быть окрашен. Вот то, чего у тебя нет. То есть ты играешь все абсолютно одинаково. То есть если стоит пьяно, у тебя меццо-форте, стоит форте, у тебя меццо-форте, стоит фортиссимо, у тебя вот то-ра-ри-ра-ри-ра-ри-то-ри, да? Вот у тебя тоже меццо-форте. То есть у тебя везде все время в одном ключе. Вот я бы здесь вот поискала бы. Опять же, понятно, что скрипка маленькая, понятно, что ты еще в таком возрасте, когда еще, может быть, у тебя нет таких эмоциональных еще таких чувств, которые владеют все юные уже, да, студенты там, допустим, начиная с 15-16 и дальше. Вот. Но все-таки в этом направлении вот пытаться. Это вот второе. Сейчас мы попробуем, да, значит, вот это эмоциональное. То есть динамическая сторона. С точки зрения распределения смычка я как бы коснулась просто свободы вот этих. Тем не менее, очень однообразная, всегда, во всех случаях, одинаковая распределение смычка. Скучно получается. Ты только не обижайся, да? Ты понимаешь, что я говорю? Я тебе даю, как бы сказать, свою просто точку зрения на твое, так сказать, в каком направлении тебе надо будет работать, чтобы действительно, ну, может быть, когда-нибудь довести это все до совершенства, да? Да? Так. Что еще я обратила внимание? Я обратила внимание, что немножко высоковато. Ну, например, если она играет уже пятая позиция. Опять же, каждая ситуация, как в жизни, она рождает разные ощущения. То есть, если она знает очень хорошо, если она знает очень хорошо первую позицию, она знает хорошо третью позицию, она знает хорошо пятую, то это совершенно не обязательно, если она играет что она должна вот так обязательно непременно сюда, там же есть более легкие, то есть более близкие. Значит, есть ли смысл сначала так учить, а потом это уже, так сказать, формируется так? То есть надо находить наиболее близкие расстояния между... Мы сейчас с тобой попробуем, да? Давай, ты мне сейчас еще разочек сыграешь, да? И я буду тебя уже останавливать. Вообще, ты молодец огромный, потому что ты действительно огромный молодец, вот это замечательно. Очень хорошо. Постарайся подумать над этим. Без особого, да? Вот. И только самый последний. И вот когда ты взяла скрипку, кстати, тоже очень важно. Вот играет Юлия Майерова, замечательный музыкант, как он сидит с тобой, играет. Замечательный музыкант. Значит, вот играет последний. Нет, перед этим немножко. Перед этим. Пару такого. Как? Это же не только для тебя, это же вообще для любого человека. Все это знают. Тем не менее, мало кто это делает. Вот нужно абсолютно точно почувствовать, где. Ты можешь вообще с самого начала держать так, если ты хочешь. Если ты устаешь, ты знаешь где. Ты должна точно знать партитуру или фортепиано в данном случае партию, да? Ты берешь вот еще то. Стоять долго там, стоять как-то неудобно. Вот надо почувствовать вот этот момент, когда тебе нужно для подготовки
Понятно, да? То есть там надо еще раз, ну попробуй, вот мы почувствуем, да? Почувствуем, когда это надо делать. Я тебе честно скажу, я бы из этого состояния не могла бы играть. Вот, я понимаю, что в каждый возраст, как это тут надо сказать, как вы скажете, блин, каждый возраст предполагает какие-то разные, может быть, допуски, что можно. Ну, вот из этого состояния очень трудно начинается. Потому что не обязательно нужно ощущение, что сейчас моя музыка или моя тема, которая главная, да, она начинает вот так идти. Еще мне нужно что-то такое в движении показать, да? А ты уже стоишь, то есть, собственно говоря, вот из этого положения ничего такого вот никто не получится, наверное. Все-таки немножко. Значит, вот это я имела в виду, вот это, если это возможно сблизить, это понятно? Еще раз. И как бы продолжаем. Посмотри, хорошо, умница, молодец. Теперь ты играешь, даешь. Вот смотри, если ты на этой ноте, распределение смычка, если ты на этой ноте далеко уйдешь, а вот этим ощущением подготовки плечом новой струны, там же у тебя остается мало времени, то у тебя получается очень интересная вещь. У тебя получается так. Понимаешь? Смотри, как это выглядит. Неудобно, правда? Значит, с одной стороны, действительно, вот есть подставка и рука. Рука должна сделать вот такое движение, как будто бы рисует подставку. А вот ощущение в руке должно быть противоположным. То есть у тебя должно быть ощущение, что ты играешь как бы вот так. А не так. Значит, желательно. Попробуй, чтобы немножко поэкономить, и постарайся руку. Плечо должно быть раньше, чем смычок. Вот не вместе, а то есть я уже на первой же ноте, почти уже на струне ре. А там уже ближе, ну это она все видит. Я вижу, что она это знает, но ты этого не делаешь до конца. Значит, если ты не сделаешь этого до конца, то есть если это не 100%, а где-то 55%, то на 45% не получается, да? Считать-то умеешь, наверное, да? Вот попробуй, о чем я говорю, да? Постарайся вот сразу раз и на первой же ноте сюда. И свободно, пожалуйста, давай. Молодец. Стоит ли здесь сделать переход? Здесь можно и научиться, можно все-таки оттягивать. Просто нет смысла переходить в эту. Много переходов на одном и участке, да? И потом. У тебя звучит хорошо. Я даже, у меня четвертый вообще не работает. Просто. Теперь давай посмотрим, что там написано в динамике. Где надо выразительно играть? Посмотри. Ты видишь вот эту динамику, да? Вот на это, вот этот такт, он длиннее, чем первый. То есть если первый так не просто та-та-та-та-та-та-та-та-та. Потом видишь, здесь вот все показано, какие такты. Вот попробуй, посмотри, что внимательно. И посмотри, какие такты мы будем играть более выразительно, какие менее выразительно. То есть даже вот в этой маленькой, казалось бы, ты все чувствуешь, ты правильно играешь, но ты этого не показываешь. А как я могу догадаться? А вот если я не вообще не музыкант, я сижу, слушаю, хорошая девочка, замечательно играет, технически все получается, а мне неинтересно, а мне скучно. А если ты увидишь, как здесь построено все, ты можешь это сделать, да, попробуй. Потом второй случай, там уже меняется гармония. То есть вот какие-то вещи нужно обязательно уже с этого возраста. Потому что когда же ждать тебя? Ты же уже вырастешь. Попробуй еще. Попробуй.
Господа. Понимаешь, о чем ты говоришь? Вот ты сыграл сейчас первую фразу. Да. Не вот, не так, а вернись в нормальное состояние и начни. Все люди, потому что эмоционально хочется выразить себя, всегда нужно думать о теле. То есть о боди, мне хочется сказать на английском. Все время нужно думать о состоянии, об ощущении, потому что только этим мы играем. Понятно? Головка работает, ушки слушают, да? Сердце работает, да? И вот это чувство передаешь. Но все время самое главное... Еще раз, еще попробуй. Я тебя сейчас подвигну. Играй, пожалуйста. Немножко чуть-чуть. Поставила в очень неудобные условия. Ты привыкла так, у тебя так получается там как-то, да? А вот найди вот эту свободу, постарайся. То есть руководите телом своим, следить за ним и вместе с тем вот не терять контроля, что ты делаешь. Вторую фразу сыграй. Ори-рори. Нет, ты сначала приготовься, подумай, а потом сыграй то, что ты хочешь. Здесь свободно, деточка, здесь свободно, здесь... Не надо много давать. Вот здесь нужно. Тарай, тарай. У тебя же не работает плечо. Быстрое проведение вот этого смешка. Тарай, здесь ты останавливаешь. А потом не надо. Тара-та-та. Тарай, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот здесь где-то немножко меньше смешка, где-то больше. Ты это все знаешь, но ты делаешь не до конца. Попробуй. Тарай, сразу с плечом. Нет, 16-е. Нет, так, чтобы 16-е совпало. И справа и слева, чтобы совпали. Нет, ты просто палец ставишь. Справа и... Чтобы нотка-то прозвучала здесь, да? Проконтролируй ее. Ближе к подставке, раз ты уже играешь в верхней позиции. Подожди, ты играешь в верхней позиции уже. Струна короткая, правильно? Немножко посмотри. Одно дело басовка. Здесь у нас... Когда играешь, начинаешь на соль. Желательно рукой не так играть, а сразу вот это ощущение, даже в кисти как бы, как будто бы ты от себя, как бы от себя. Вот так... больше голоса, больше веса руки, хорошо? И просто стоит рука, и вот так вот играет. Сделай так, чтобы это было. Еще раз, да? Свободно, форте. Не играй так тара-ри-ра-тара-я-ра-я-тара-я. Много переходов. Значит, надо тоже это как-то... Так, хорошо. Это мы понимаем, о чем говорим, да? Дальше что еще у нас было? Вот начни, пожалуйста, двойные ноты. Сыграй, пожалуйста, двойные ноты. Вот ты сыграла, допустим... Or
который нужно начинать. Да, подумай, освободи здесь. Вот без этого не начинай, пожалуйста. Вот я сейчас вспоминаю свои уроки, то есть очень редко, к сожалению, память не все держит. Но я помню Михаил Абрамович, мой учитель, совершенно изумительный педагог был. Вот стой, подумай, освободись. Вот с этого надо начинать. У тебя руки свободны, ты будешь совсем по-другому играть, понимаешь? То есть, опять же, вот если я сейчас около тебя там буду крутиться, или Федор Дмитриевич будет крутиться, будет лучше получаться, ты будешь ловить вот этот вот импульс такой, да, эмоции будешь ловить, и будет лучше получаться, потому что как бы свободнее, ты уже не зажата, ты не должна быть зажатой, ты должна быть все время в таком состоянии, как будто ты не играешь, как бы со стороны. Вот это вот, ну ты же даже не подумал, откуда ты начинаешь, вот отсюда труд, да? Вот приготовил новый раздел.
же наш сильный да, так же выразительно сыграть, но если ты одновременно одинаково играешь два, то уже это нарушается просто фразировкой, вообще все такое, ощущение музыкальной фразы пропадает, да. Давайте попробуем еще. Нет, подумай. Скорость быстрее, играешь плавно, логично все, но не... А потом медленнее, да? Попробуем. Очень замечательно. Иногда на море ее можно применить, иногда, может быть, она не нужна. Вот здесь я бы сделала, несмотря на то, что можно, для того, чтобы ярче играть, можно играть целую скорость. У меня бы не стало. Я бы перешла в нижнюю часть, да, ближе в нижнюю, но играла вот так вот примерно до сих пор, но не до конца. Было бы логичнее, потому что только что была вот эта как бы половинка, а потом опять, не потому что так обязательно нужно. В этом есть какая-то вот это тяжелое, там акценты, и ты должна знать, вот это как лучше акценты играют вверху. Но в данном конкретном случае, после этого распределения, тори, 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 я бы лучше медленнее вела, если бы мне не хватало, но они там, потому что они в холостую проходят, акцент не получается, попробуем. Так, с этим все ясно тоже, мне кажется, что вы сможете это сделать. Дальше, на баске, дальше вот это. Ну, вот это надо запомнить, когда четверть, когда половинка, это действительно муторное дело. Я тоже всегда путалась, я помню вот с учениками, когда пока, давно это было здесь. Вот, я тоже иногда переигрывала. А ты там, допустим, не доиграла где-то в одном месте. Ты помнишь, да? Это надо просто запомнить. Есть вещи, которые надо просто запомнить. И это, кстати, лишний раз подумать перед тем, как начать. Это хорошо. Сначала подумать, а потом играть. Пожалуйста. Дальше, после двойных нот мы сыграли. Ну, смотри, Анюш, ну ты и так и начинаешь. Ты стискиваешь, ногу и нужно... Не надо связывать. Не надо связывать эмоциональное ощущение, вот то, что ты чувствуешь, с мышечной зажатостью, вот мышцы сжимаются. Наоборот, освободи струну. Поиграй ноту. Найди удобство, послушай ноточку. Ближе к колодочке сейчас. Ближе к колодочке. Не потому, что походил. Вот так вот. Чтобы шел красивый звук. У колодочки поиграй. Нотки. Два. Да? Вот каждая ноточка, которую вы произносите, она имеет свою атаку. Вот если ты будешь просто играть параллельно подставке, в принципе, правильно, но это будет ведь неверно. То есть, да, действительно, так играть не надо, так играть не надо. Каждая ситуация разная. На струне ре там ты играешь. Это все время подключать, как вот сознание, для того, чтобы найти точно. Местоположение здесь есть такая, ну, как-то безродный, я помню, забыл его отчество, Игорь Семенович. Игорь Семенович, совершенно дивный был. Он говорил, тут должна быть ямочка где-то, вот эту ямочку надо найти, послушать звук свой. То есть каждой ноте соответствует какое-то положение между грифом и подставочкой. Вот у тебя красочного звука нет. Это, правда, не только от этого зависит, но и от этого тоже. И это зависит от устойчивости в левой руке, от вибрации. У тебя маленькие пальчики, ты играешь хорошо. Только не играй совсем на ноготочках, у тебя высоковато.
нужно в кантилене более плоскими пальчиками играть. Да? Да? А в технике так. Понятно, о чем я говорю, да. Вот если можно, значит, вот теперь ты мне сыграй, пожалуйста, вот этот переход. Нет, еще раз играй сейчас, опять отсюда же. Форка. Найди хороший звук, освободи тело. Отлично. Пизанова. Вот. Правда, она сейчас здорово играет? Ой, какая ты молодец, что такая умненькая. Вот ты сейчас следила за этим, ну хотя бы за этим ты следил, за звуком ты следил. Значит, еще освободись совсем, потому что только когда ты будешь абсолютно свободна, и подключать только те мышцы, извини, что мы на эту тему говорим, в музыке, которые действительно должны работать в этот момент, но никакие лишние. Нужно все время проверять свое тело, да? И вот ты сейчас сыграла чудно, ты второй раз... Так хорошо ты сыграла эту ногу. И с таким отношением опять. Другая краска. Понимаешь, после флажолета ты сняла, молодец. Слушала. Просто... Вот, ну, какой смысл в этой ноте, если она просто вот так вот берется, не думай, не слушай. Какие-то маленькие... над этим, как же я могу играть, когда тогда темп будет длинный? А что же делать? А учиться-то надо. А что лучше, когда ты будешь в одном темпе играть, все очень хорошо? То есть будешь играть от начала до конца в одном темпе, и все будет плохо. И не музыкально, и не ритмично, и все. Так лучше ты сначала сделаешь качественно, какое-то время это возьмет, конечно. Что это такое? Ну, все-таки каждая фраза будет дослушана, каждая фраза будет, да, продумана, ты услышишь сама. Как ты... Ясно? Сыграй мне, пожалуйста. Молодец, там хорошо играл. Нет. Освободись и подумай, где... Вот что ты начинаешь вот так? Ты почувствуешь, где что надо подключить. Да? И... Дослушаем вот сейчас эту ноточку. И... Да? Еще один секрет, который вообще-то не секрет, конечно, но как это ни странно, никто никогда не думает об этом. То когда надо думать вот о каждом следующем пассаже? На длинной ноте. Вот ты играешь, например, ты закончила... Вот сейчас ты должна подумать вот об этом, пока ты играешь ноту ре, ты думаешь про ощущения. И вот сейчас ты думаешь о следующем. Поднималась так вот немножко, так, ну, они, ну, терраска, скажем, по-другому, вот, а секвенции такие идут по гармонии. И вот здесь уже открыто. А не играть все в одинаковой динамической линии, в одной динамике. Все. Пожалуйста. Не зажимайся, немножко проверь. Вот здесь вот проверь. Вот здесь вот должно быть удобно сидеть. Вот здесь. Вот как будто ты сидишь, или вот. Вот так. А руками делай то, что... И слушай, что ты делаешь. Вот так не будет звучать, понимаешь? Вот так будет звучать. Вот так будет звучать. Так не будет звучать, потому что этому надо научиться. Чтобы играть свободно, при этом руки-то будут делать... А ты в это время разговариваешь, а руки играть. Знаешь, ну это выглядит, во-первых, это не очень удобно. Да? Вот здесь я тебе как раз
Ну, я бы обязательно стала добиваться этого. Вот здесь танк, а вот здесь танк, а вот здесь танк, а здесь. Ну, это надо делать долго. Это не то, что ты сейчас прямо сразу сделаешь, но в всяком случае, когда же это тогда закладывать, если не с самого начала? Правда, концерт как раз по твоим возможностям. Ты немножечко, немножечко еще, конечно, как мы будем сравнивать, мне уже 70, скоро 73. Слышишь, в каком выигрыше ты передо мной? Ты представляешь, как я тебе завидую, а? А тебе только 10, да? 10? Ты же просто, это же счастье великое. У тебя скрипка, ты уже умеешь играть. И осталось всего там научиться скрипку где-то поднять. Осталось здесь освободить и красиво слушать, что ты делаешь. Думать о распределении смычка. Всего-навсего. Ирина Васильевна, спасибо. Да, все. Смычка импульс получила. Спасибо. На следующий спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Тебе большое спасибо. Я очень рада.